Доброе утро, дорогие мои друзья! Я вам хочу показать самую свежайшую погоду. Называем сегодняшнее мое видео «Погода в Днепре на сейчас». Утром сегодня, друзья, было немножко пасмурно, а сейчас настоящая зимняя погода. Мороз и солнце, день чудесный. То есть невольно вспоминаешь классика, который рассказывает такой ветерок небольшой. Солнце вышло. И мороз минус 12 у меня показывает на градуснике. А снега у нас выпало за вчерашний день 8 сантиметров. Я взяла линейку и замерила, вот где именно лучше всего, там, где нет ветра и там, где он спокойно падает. Сейчас попробую показать вам в эту сторону. Здесь солнышко, тучи уходят, вот показываю, тучи уходят, и небо становится светлым. Здесь такие тучки идут небольшие, но это все рассеивается. Вот. Уходит. Там вдалеке у нас тополь. Еще в тумане. Почему в тумане? Потому что такая изморозь есть. К сожалению, камера не передает. Вот эти снежинки изморози, они блестят на солнце. Как говорил выдающийся классик: мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. И он говорит о том, как блестит изморозь. Зимой все время хочется спать, поэтому он нам и рассказывает: еще ты дремлешь. Поэтому какой красивый снег. Зима, друзья мои, зима все-таки дает, все-таки дала нам немножко, тому, кто ее проспал первый раз или проболел. Ведь тогда с этой болячкой мы боролись. Поэтому берем лыжи. Для детворы сейчас радость. Берем лыжи и вперед. Всем доброе утро, друзья. Хорошего настроения, хорошего субботнего дня. День будет хороший и морозный. Настоящая зима. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.